По поручению министра энергетики Московской области Александра Самарина в Подмосковье активно реализуется программа повышения надежности электроснабжения в городских округах. Так, в рамках данной программы Мособлэнерго проводит необходимые ремонтные работы на 254 объектах электросетевого хозяйства по всему региону. Всего в программу вошло 11 округов Московской области, среди которых есть и городской округ Щелково. По городскому округу Щелково предусмотрено модернизация, капитальный ремонт 5 объектов. В настоящее время уже практически она реализована. Остался один объект. Это замена линии и опор, линии 04 и опор соответствующих на территории вокзальной тупик дом 1. После завершения этих работ на территории городского округа Щелково программа повышения надежности в 2021 году будет завершена. В городском округе Щелково были отремонтированы с полной заменой оборудования 4 трансформаторные подстанции, которые продолжают функционировать в штатном режиме. Программа повышения надежности электроснабжения в городских округах Московской области позволяет привести объекты электросети в надлежащее техническое состояние, что значительно снижает технологические потери электроэнергии и, конечно, обеспечивает качественным и бесперебойным электроснабжением социально значимые объекты и дома всех жителей Подмосковья. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.